Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». В заданиях забираем свои награды. Тут тоже принять в ПВП. Боях плюс еды нужно собрать и потратить монеты. Ну, с едой, я думаю, тут все ясно. Забрали еду, кстати, надо сразу активировать. Блин, у нас не так уж много денег-то на самом деле. Но зато сразу же и потратили монеты. Использовать три ускорения, собрать моды. Один мод у нас уже собрат, получается. Забрать, давай-ка. Заберем, что там у нас, собрать команду. Ага. Чтобы поймать пастозуха. Слушай, ну давай я, наверное, соберу какую-нибудь команду из самых-самых простеньких. Я думаю, ничего страшного в этом не будет. Но где там у нас самые простенькие? Давай, ну еще. Все, пускай они там бегут, ловят, я не знаю, что там хотят с ним делают. Ну, а мы с тобой... Блин, не задания нам нужны, а вот это вот. Начнем. События. Давай посмотрим, что у нас тут. Схватка редких, плюс налет. Есть птерозавры. И дрожь земли. И дрожь земли. Ну что, начнем, наверное, схватка редких. Ага. Лимноселис, аргентинозавр и бонитозавр. Так, ну против этого, я думаю, очень даже хорошо пойдет летунчик. А это именно коллаборинг. Коллаборинга берем. Против аргентинозавра нам хищник Гуанлун. И против бонитозавра мы возьмем с тобой... Да, в принципе, Гуанлун, наверное, хватит и туда, и сюда. Но можно еще вот так вот взять. Юторапторов уж пускай будет. 300 тысяч мы с тобой тратим на это все дело. И понеслась. Ну что, 242 хп у Лимноселиса. Можно, в принципе, сделать одну атаку. Я знаю, что он сейчас поменяет либо на аргентинозавра, либо на бонитозавра. Тут одно из двух. Вряд ли он будет меня атаковать. Вряд ли. Но если он поменяет... А он поменяет. Тихо, 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 парень, не думай. Мы с тобой, естественно, тоже меняем. Не завидую, ребят, я ему. На-ка. Аргентинозавр получил по шеям довольно неплохо. Сейчас он поменяет, скорее всего, опять же на Лимноселиса. И вот тут-то нам придет... Нет, не придет. А тут нам еще пока не пришел никакой трындец. Короче, ребят, я меняю вот на этого, да? Но только лишь из одного. Чтобы набрать себе, соответственно, да-да-да, именно бонусных очков. Лимноселис, он... зачем он все потратил? Ну, в принципе, мне только в плюс, потому что коллаборинг его сейчас, естественно, уничтожит. Он все потратил. У него 179 хп, как мы видим, и... Раз, два, три. Вот этого будет достаточно, остальное я спускаю на бонусы. Ну что, Лимноселис, гудбай. Шикарненько мы его пробили. Выходит аргентинозавр. Естественно, он сможет забомбить моего коллаборинга. Ну а дальше идет Гуанлун, который будет сейчас лютовать. Он и аргентинозавра, естественно, шваркнет. Он же все слил, все. 136 хп, да, ему нужно снести. Сделаем так. Раз, два, три. И вот так. Ну вот смотри, итог. Бамс. Выходит бонитозавр со своими 32 атаками. Ну, даже если он все сольет, не пробьет, потому что у меня защита стоит. Ну, естественно, ему уже все, ребята. Ему крышка. Ему крышечка. Поехали. Разбегаемся. На тебе. Все. Бонитозавр отдуплился. Ну, а мы с тобой побеждаем. Это наша первая победа. Нужно там еще, по-моему, три. Три победы, ну, все зависит от того, кто будет против нас. И будут ли у нас динозавры подходящего класса. Так, Гатсы, Дипло и Тропиогнат. Ну, против Гатсы мы возьмем с тобой, наверное, бонитозавра. Против Диплокаулуса мы возьмем
Тропиогната не хотелось бы задействовать. Наверное. Блин, Аланку что ли брать? Серьезно? Ладно, уговорили. Возьмем Тропиогната. Но у него тоже тут Тропиогнат, поэтому против него мы возьмем еще с тобой. Кого-то хочется травоядничка взять. Ну давай возьмем Трицератопса. В принципе, я думаю, что тоже здесь с тобой довольно легко справимся. Ну что, Бонитозавр будет сразу же бомбить. Сразу же, ребят. И сразу же мы отнимаем у него, ну, почти половину здоровья. Что Гатса будет делать, пока не знаю. Меняет на Диплокауса. Зачем? Ума пока не приложу, для чего он это сделал. Еще и атаковать даже решился. Это немножко было отчаянно, мне кажется, со стороны. Потому что, ну что, мы опять же будем атаковать. И отнимаем у него, опять же, половину здоровья. Возможно, он поменяет тоже сейчас на летуна. Возможно, так он и делает. И берет Тропиогната, тоже 40 уровня, ребята, у нас один в один с ним по атаке. И он еще решается атаковать. Ну, допустим, беру Трицератопса и две атаки в лицо. Ему крышка. А, нет, живет. Живет, у него 8 хп остается. Ну что, он возьмет только вот Диплокаулус, опять же. Я думаю, что Диплокаулуса пора проучить, как по мне. Иди отсюда. Просто достал уже, серьезно. Гатса вылетает. 5 атаки, 43. Но если все сольет, то, возможно, победит. Угу. Ну, а теперь Бонитозавр. Бонитозавр, естественно, его наказывает по всей строгости. По всей, ребята, строгости. И мы возьмем еще с тобой, наверное, 2 бонуса. Поехали. Оу-оу-оу, как же это я так... Как же это я так просчитался-то? Мне показалось, что он все слил в ту атаку. Нет, не все, оказывается. Хитер. 3 оставил, да, получается? 2, 3, 4. Нам придется так сделать. Ну да, тут мы его прижучили. Ну что, выходит Тропиогнат. У него 8 хп. О, ребят, на него достаточно плюнуть, и он рассыпется. Так что я думаю, мы здесь победим. Тем более он все слил. Он все слил, всю атаку, и остается только лишь нам его заклевать. И будет у нас вторая победа. Так что поехали. Даже не буду жалеть его. Нисколечко. Тыч. Такой шлепок. Пробили, короче, мы его. И это у нас вторая победа. Еще две. Еще две впереди. Так, забираем с тобой бонусы эти. В виде ДНК. Погнали дальше. Тропиогнат, аргентинозавр и... Ага. Ну, здесь нам понадобится аргентинозавр. Блин, мне неохота брать просто алангозавра. Может быть, нам взять майонгозавра? И против этого лимнасселиса? Я думаю, вот здесь вот уже будет хорошо. У нас, видишь, денег остается очень-очень мало. По 300 тысяч вот так вот за каждый поединок тратить. Очень накладно, друзья. Так, ну что, я врезаю ему сразу по морде. Естественно, он будет брать Гуанбун. Это 100% тебе говорю, что он сейчас будет менять. 113 у него к атаке. Ну что, я беру тогда лимнасселиса. И ставлю бонус. Менять он сейчас будет на Тропиогната. Оу, мало того, что он взял, он сейчас нас ушатает еще, кстати. Вот что я тебе скажу. Да. Губа не дура у дурачка, ты посмотри, а. Подловил, ничего не скажешь. Ну что. Раз, два.
Этого будет достаточно, чтобы его шваркнуть потом. Вот так я сделаю. Так, тропиогнат, иди отсюда. Ой, твою налево. Да почему я так невнимательно смотрю, ребята, на то, сколько мы наносим урона. Пробил, да, все-таки? Две атаки нанес. Я вот что-то опять не обратил внимания, сколько он сделал мне. Короче, 241 хп. Вот я думаю, что этого будет достаточно. Надеюсь на это. Угу. Так, в минус мы его вогнали. Аргентинозавр. Неужели сейчас все в атаку сольет? Точно, ребята. И ушатывает. Все слил в атаку и нас ушатал. Пам-пам-пам. Ну и как нам тут быть? Поехали. Иди отсюда. Он, значит, все на тропе Агната поставил. 41, да? 41. Слушай, мы выиграли. Мы выиграли здесь. Почему? Ну, потому что, смотри, я сомневаюсь, что он взял 4 защиты. А у него всего лишь 8 хп было. Там достаточно одной атаки пройти, все, ребят. Ну, как вот сейчас и было. Правда, у нас не одна атака прошла, а все. Но, тем не менее, мы его ушатали. И это круто. Так, ну что, двигаемся тогда далее. У нас... Так, опять вот тут кот загорелся. С кем на этот раз? Давай посмотрим. Ну, этого можно и самого поймать. Погнали. Раунд один. Нормуль. Поехали дальше. Немножко лопухнулся и засмотрелся просто не в ту сторону. Окей. Нормуль. Потрясающе. Дальше что? Так, 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 так. Ну что, синяя зона, значит, он уже пойман. Лишь бы не лопухнуться, чтобы не упустить его. Великолепно. Все. Идеальная поимка. Так, 725 плюс 5 этих. Забираем здесь. И продолжаем, продолжаем наши бои. Мы еще не закончили. У нас последний поединок. Ну, я думаю, что здесь достаточно будет одного алангозавра. Ну, и в придачу возьмем. Кого тут можно взять? Я даже не знаю. Ну давай, подожди секунду. Давай сделаем так. Раз, два, три. Я думаю, наверное, уже многие поняли, зачем я именно так сделал. Почему я поставил первых динозавров слабыми. Конечно же, ради бонусных очков. Я прекрасно понимаю и осознаю, что он сейчас будет нас тут разносить. Но как только мы дойдем до алангозавра, тут уж, извини, подвинься, как говорится. Будут просто кости лететь в разные стороны. Ну, он тоже, я смотрю, да, начинает тут копить. Все, он слил. Причем он слил все полностью. Это достаточно сейчас просто-напросто нам переключиться с тобой на алангозавра. Прописать один удар. Так вот, просто один удар. Взять два, даже три, и одну защиту. И отправить его к праотцам. Так, ну, 30 рацев, понятно. Тут вообще ничего сделать не сможет. Просто захлебнется своими слюнями, смотря на меня. Со своей 31 атакой. Сам понимаешь, да? Тут достаточно, не знаю, пол шлепка ему дать. Ну, давай сделаю вот так вот. Все. Иди отсюда. Ну и остается тропиогнат. О, тут тропиогната 73 атаки. Сколько у тебя там? 6. 6 на 7. Да ладно. Твою.
Аланка, что хочешь делать, но ты должна выиграть. Да выиграет, конечно, ребят. Но все равно это вот так вот рисковать, ну его нафиг. А прикинь, я бы вместо Аланки взял кого-нибудь еще послабее, и все, тогда бы мы проиграли бы. А так выиграли. Ну что, забираем, точнее, крутим рулетку. Я понимаю, рулетка будет? Ну да. Давай только не вылетай, игра, пожалуйста. Да ну! Вау! Обычная схватка, набор. Деньги, еда. Кстати, стегоцефал у меня только лишь один есть. Так что мы его можем вот сейчас в данный момент прокачать, улучшить. Так что, считаю, его, в принципе, неплохо выпало. Он где-то вот... Кстати, давай-ка мы заберем, наверное... Давай играть. Там майонгозавр, да? Буянит. Ну, давай ловить его. Ой, какой он медленный. Быстренько мы сейчас его поймаем. Просто не спеша. Блин, какая же это все-таки махина для убийства. Это посмотри. Если вот так представить. Ростом с пятиэтажный дом, да, такая дура ходит. Жесть, люто. Ну что, идеальная поимка, как ты понимаешь, да? Значит так, что у нас тут на рынке, я не понял. На рынке что-то у нас новое. Что? Ага, элосмотери у нас есть. Выводим, чтобы у нас было. Так, смотрим результат. И да. Да, друзья мои. Так, ну что, прокачим до 40 уровня. И теперь Тропиогнат вместе с Джезом получается, я не знаю, кто это получается, но что-то... Как тебя там величать-то? Забыл. В общем, будем его прокачивать. Но ты понимаешь, чтобы его прокачать... А, он, наверное, откроется и будет у нас уже доступен в магазине, скорее всего. Будем на это надеяться. Так, что у нас дальше? Схватки следующие, ребята, смотрим. Птерозавры, минимум один мод. Пум. Минимум. Да иди ты. Ну ты посмотри. Ну ты посмотри, что он тут начинает. Смотри. У него... Я не знаю. У него топовый 38 уровень, 22. Куда я тут пойду? С кем? С кем? Вот с этими вот? Нет, спасибо большое. Я воздержусь. Нет смысла туда идти. Хотя награды, я понимаю, шикарные. Но, кстати, у нас есть вот тут вот столкновение. Что за столкновение? Да трындец. Тираннозавр мод 2. Прянозух. Очень мало у меня водных. Водных, я имею в виду, которых хорошо прокачивать. Пошли тогда с тобой на арену. Все. На арене мы себя чувствуем как рыбка в воде, да? Не понял, что это у меня сбежало. Это что такое? Куда это оно сбежало? Странно. Все втроем, что ли, сбежали? Так, ладно. Ну что, поехали. Беру Капразуха, Велоцираптора и Кетсу. Посмотрим, кто против нас будет выступать сейчас. Блин, надо где-то хороших динозавров добывать. Очень хороших и много динозавров. Так мы с тобой далеко не уйдем, потому что на аренах, ты уже видишь, на схватках нам дают такой топ, что... Секундочку. Что тут у нас? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Просто поменяем, чтобы не получить очень много урона. Так, будет атаковать, интересно? Да, он делает две атаки. Необдуманные две атаки. Так, ну что, мы, наверное, сделаем с тобой. Блин, у меня такая немножко команда, если честно. Вообще не айс. Что я за него удержался, я ума не приложу. Бонус берем.
Берем с собой бонус. Так, он ничего не стал делать. Интересно. Че, влупляем, наверное? Раз, два, три. И бонус. Отлично. Одно хп. Блин, вы серьезно сейчас? Одно хп мы ему оставили. Ну давай, давай, сливай. Сливай все полностью. Ведь будешь же сливать. Или поменяешь? Не, давай атакуй. Не надо тут менять ничего, никого. Все-таки меняет. Ну ладно, давай на Суту посмотрим. А здесь, конечно, лучше нам взять вот этого. Раз, два. Раз, два. Окей. Шесть. Сейчас будет менять. Блин, надо было мне этого отдавать, наверное, на раздачу. Вообще не котируется. Так, если он не стал менять. Ё-моё, конечно пробивает. Он все слил, да? Все слил. Погнали. Трындец. Ну, сейчас-то, понятное дело, поменять. Да что я взял? Вот какое-то фуфло на самом деле. Ну как фуфло? Были бы у него хищники, это было бы топчик. Ну а тут что я сделаю? Ничего. Этого я пробить просто не смогу. Взять вот так и столько. Раз, два, три, четыре. И две брони. Допустим. Так, вот этого тропиогната надо как-то шваркнуть, блин, я не знаю как. Все будет тратить или нет? Странно. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Угу. Я понял. Так, я потом поменяюсь. Если выживем, я поменяюсь на того ханорика. Не выживу. Но он все слил, поэтому, ребят, нам достаточно одной атаки ему провести. Хоп. Потом хоп. Хоп-хоп. Где отсюда? Так, сколько у нас тут? Ага. Ну, все, ребят, я скажу одно вам. Здесь победа за нами. Почему? Ну, сейчас увидишь. 20 здоровья при моих 38 атаках. Все, goodbye. Поехали. Как-то так. Хороший был поединок. Я на самом деле думал, что мы уже практически сфейлились. Но фортуна улыбнулась нам. И все пошло как надо. Так, поздравляем. Куда мы с тобой? Из детенышей перелетаем в добытчики. 84-я позиция. Мы вошли в лигу добычи. Ну еще бы. Давай-ка что-нибудь путевенькое, пожалуйста. Чем такое? 15 тысяч монет. Ну так себе приз. Так, ну что, в добыче я тебе не скажу, что прям там топовые. Опять же, динозавры. Такое среднее звено. Поэтому на самое дно, конечно, не надо лететь. На самое дно. Ну вот, например, гигантозавра можно взять. Плюс пирораптора можно взять. И, наверное, пахицефала. Подожди. Ну, два хищника как-то чересчур. Возьмем Насута Цератопса и Кетсу. Что-то мне кажется, что я горячусь. Ну, горячусь в плане того, что не слишком ли я недооцениваю против... Хотя не, нормально, нормально. Все нормально. У него Галимим есть.
У нас тоже есть чем, как говорится, ему ответить, тому Галимиму. Сразу выносим, ребята, Тодзю. Тодзю сразу же в помойку. С удара. Все, Тодзю даже ничего не успел сделать. Так, выходит Галимим. Опять же, друзья мои, ну что он против хищника делает? Ничего. Он возьмет, наверное, Диплокауса. Ну, нет. Вот этот ты, бро, конечно, зря сделал, на самом-то деле. Да, в принципе, и Диплокаус-то не особо здесь поможет ему. Почему? Потому что слабенький он. Даже если он все сольет, а он сольет все, ему деваться уже некуда. На последнем динозавре я бы, как говорится, сделал бы крик души, как называется. Вот так, правильно атаковал. Ну и мы в ответку его ушатываем. На. Но это не говорит о том, что мы с тобой перейдем на следующее звено. Сейчас мы глянем, кстати, куда мы с тобой переберемся. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Поздравления, все дела. Итак. Но неплохо, 27-я позиция. Крутим. Только не вылетай, пожалуйста, а. Ну, естественно, она вылетела, и мне дают 15 тысяч монет. Так, ну а мы с тобой, естественно, продолжаем. Так, тут что-то забрать уже можно? Ага, ПВПшечка. Погнали дальше. События. Битва за главный приз. Дино-шоу какое-то там, честно. Нам вот если перейти на следующий ранг, да, там уже будут посерьезнее бои. Посерьезнее бои, но пока у нас здесь есть с кем повоевать. Одних только велоцирапторов целая куча. Надо, кстати, их скрещивать, скорее всего. Возьмем так. Стегушку возьмем. И хотелось бы, наверное, какого-то летуна, наверное, нам взять. Или же капразуха. Ну да, в общем бы нет. Пускай будет капразух. Стега, велоцираптор и капразух. И против нас сейчас посмотрим. Отлично, отличный, ребята, подбор. Как раз под мою командочку. Как раз под мою командочку. Ну что, начнем с атаки. Естественно, он возьмет, наверное, моего юнгозавра. У него как бы выбора особого здесь нету. Суперзавр и каритозавр, насколько я помню, да? Они здесь бесполезны. А вот мой юнгозавр, ну как бы он тоже бесполезен, но не так быстро будет разбираться. А если я возьму капразуха, да шваркну его хорошенечко. Тоже неплохо, да? Выглядит все. Нет, твои бонусы эти бесполезны. Тебе придется брать травоядника. Или же опять копить. Меняет. Вряд ли он пробьет мне каритозавром. Извини меня. Моего капразуха. А вот мы скорее всего пробьем. Да. Пич. Опять же, возвращается на майонгозавра, у которого 45 здоровья. Это вообще ни о чем. Даже из учета, что у него 4 бонуса. 4 очков действий. И меняться на этого тоже как бы ему нет резона. Но он меняется на суперзавра. Тем самым он тратит балл. И тем самым мы его расписываем. Да. И опять же мы возвращаемся на его майонгозавра. Так что, не, бро, тут тебе не повезло. Твои 6 атак, они ничего мне не сделают, Ромыч. Ну как, сделают, конечно, но уничтожить капразуха это у тебя не получится. Так что извиняй. Все. Вот сейчас мы с тобой перейдем уже в новую лигу. У нас лига какая тут? Добытчики, наверное, охотники. Скорее всего, да, будут охотники. Так, поздравляют. А, выжившие. И охотники еще какие-то. Конечно же, выжившие. Крутим. Давай только без улитов. Нет, чтобы классические бойцы, а. Что у нас там горит? Я вот хочу посмотреть, что тут. Ага. Так, а погоди, блин, у нас с тобой Тропиогоптер. А здесь-то кто у нас еще есть?
Наверное, надо ставить на вывод кого-нибудь. Такой вопрос сразу. А кого? Диплодоки. Диплодоки тоже у нас должны прокачиваться. Кстати, диплодок у нас с кем идет? Не с тропиогнатом случайно? Нет, с анкилозавром. Анкилозавр. А в принципе, анкилозавр готов, да, вот нам еще вот здесь сделать, начать эволюцию. Ты подожди, вот этого вот, начать эволюцию за соточку. Не могу я пока никакой эволюции начать. Элементарно не хватает финансов. Так, ну что, друзья мои, мы с вами перешли в лигу выживших. Но тут уже посерьезнее все будет. Так, беру диплодока. Возьму кетсу. И возьму афиакадона. Диплодок, кетса и афиакадон. Смотрим, кто против нас. Да ёк макарёк. О, спинозавр, гуанлунь. Они хоть и небольшого уровня, но хищник первым ходит. Я первый раз вижу, чтобы ему травоядник наносил больше урона, чем его хищник. Смешно, конечно, получается. Давай вот так сделаем. Что-то мне кажется, что этот гигантозавр нам ничего не сделает, ребят. Просто посмешит меня. На Гуанлунь здесь только переключаться ему. Мне кажется, тоже резона нет. Мой ход. Угу. Давай так попробуем. Ну, он уже врубился, да? Что... Или она. Она, скорее всего. Что... Ну, пахнет дело керосином. Пахнет дело керосином. Раз, два, три. Давай так, четыре. И защита. Ну, вот и все. И расписали. Так, Гуанлунь. Что будет делать этот паршивец? Не знаю, если он будет атаковать по полной. Нет, он тоже решил прощупать обстановочку. Ну что, влуплю я, наверное, по полной программке. Угу, тут неудачка, конечно. А, нет, все, мы пробили, оказывается. 2 по 48 отлично зашло. А вот спинозавр тут уже посерьезнее парень. 68 атаки. Плюс 5 ОД. 5 ОД, ну сколько ему тут надо? 4 точно, да, слить? 4 точно, ну а кетса уже... Ты понимаешь, что он сейчас с ним сделает. Кетса его просто сейчас в хламину разорвет. Просто мокрого места от него не оставит. Вот и все. Отлично, отлично, ребята. Тут не придраться и ничего плохого не скажешь. Отыграли мои динозаврики идеальненько. Так что заслужили дополнительный, как бы, корм. Опять вылетает игра, что ли? Нет, нормально. Я думал, сейчас опять вылетит. Так, ну что, 70-я позиция. Дайте мне 200 долларов хоть разок-то, ё-моё. Или супер-пупер-пак. Да вы достали мне 15 тысяч. Это уже... Второй раз вы мне даете 15 тысяч. Ладно, еще суммы-то были серьезные. Да, там хотя бы 500 тысяч, ну 15 тысяч. Так, беру Эра Титана. Беру Капразуха и Уннезавра. Вот такая великолепная команда без хищников. Без хищников, потому что я взял Капразуха. Как раз против хищников. Смотрим, что выберет у меня соперник. А соперник, в принципе, тоже такая же, ребят, команда, как у меня. Только немножко, по-моему, по уровню. Ну, не то, что немножко, а очень даже немножко по уровню отстает. Так что давай атаковать. Так, стегозавр у него первого уровня. Ну, что он сделает? Будет бомбить по мне или нет? Как бы у него хороший бонус против меня. Но он может прикрыться. Он решил прикрыться, наверное, да? Я понял. Я понял тебя, бро. Бесполезно драться, конечно, летуном. Вот, вот это другое дело. Ну-ка, влупим. Защитка, молодец, красавчик. Подстраховался.
Но спасет ли тебя эта подстраховка? Вот в чем еще вопрос-то. Если он даже поменяет. На кого? Не на кого, правильно, атакует. Смех. Раз, два. Раз. Все, ему крышка. Так, хуэйнозавр дает о себе знать. Лимносельниц, у которого 28 атаки, это вообще смех. Это вообще смех, потому что сейчас его с одной плюхи просто вынесу. Он еще и атакует, господи. Ты бы лучше, я не знаю, там, бежал бы спать домой. А он еще атакует меня. Раз, два, три. Раз, два. Все, прощай. Ну и остается топижара. А, джунгариптер. Топижара. Джунгариптер, конечно же. Пеликаша этот. Ну, тут, ребят, вообще не о чем говорить. 183 атаки. У него 26. Все сливаю в атаку и... Ну, тут как, я не знаю, как с младенцем разобрался. Все. Вот как-то так. Да-да-да, молодец, молодец. Все. Двигаемся дальше. Хотелось бы перейти, конечно, на следующую лигу, но... Не уверен, что получится. Так, полтинчик. 50-е место. В награду опять хавчик, что ли? Как они жадные, ребята, на какие-то призы. Вот, если честно, очень жадная игра. Чтобы дать тебе какое-то там прослабление. Нет. Никаких прослаблений. Ну что же. Беру топижарку, возьму анки, килозавра, да, и возьму, ну, как бы хотелось бы какого-то хищница взять. А, можно вот кулазуха. В принципе, тоже неплохо. Кулазух, топижарка и анкилозавр. Против нас идет следующая команда. Давай, давай, быстрее ищи. Джесс, майнгозавр и Тодзи. Я тебе скажу, что это мясо. Джетс у нас идет третьего уровня. Просто сразу делаю оплеуху ему. И остается у него всего 25 хп. Что он сделает? Поменяет на Тодзю? Смысла нету, Тодзи 16 уровня. Отгребать будет по полной программе. Все. Ну что, добивка только тут. Че, о чем тут можно? Да, редко так получается, ребят, когда я берет все в блок. Как будто прочитал меня. Как будто прочитал меня, да? Ну что? Да только не говори, что ты опять... Вот, все. Раскололся. Так, выходит майнгозавр на 23 уровня. Сколько у него атаки? 51. Ну тут уже посерьезнее, да? Тут посерьезнее, но опять же не хватит пробить. Максимум 200 может взять он, отбить. А у меня 428. Так что тут... А он еще и тратится. Он еще и тратится. Ну тогда уж извиняй, братюня. Тогда уж извиняй. Вот, ну и выходит Тодзи. А Тодзи при максималке наносит 45 урона. Тоже не айс. Ну вот и все. Потратил он. Почему ты тратишь два? Почему не тратишь все? Я не знаю, ребят. Ему крышка. Вот так вот. Да. Халявная, честно говоря, победа. Думал, будет немножко поинтереснее, потому что он начал так довольно, ну, круто играть. Блоки там, я думал, ну вот, что-то сейчас будет тут интересное. Но дальше почему-то раскололся. Хотя, по большому счету, шансов там выиграть действительно не было. Эть! Ну, естественно, естественно, еда. Так, ну, мы продолжаем. Мы продолжаем. Мы с тобой перейдем в следующую лигу, это я тебе точно говорю. Возьму... Ну, ладно, пускай нундазух. Так, и вот так. Уже пошла, так сказать, тяжелая пехота у нас. То есть, грубо говоря, уже элитники идут. А у него... Это кормушка для нундазуха. Понимаешь, да? Это просто мясо для него. Просто мясо.
Сейчас он будет одного за другим просто шваркать. Тут никто ему ничего не сделает, потому что он лазух, 40-й уровень. Ни фекадоны, ни гигантозавры здесь уже ничего не сделают. Хоть блок ставь, хоть там, я не знаю, хоть там на голове прыгай. ЛГБТшник, что ли, я не могу понять, да? Радугу поставил. Все, 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 иди отсюда. И гигантозавр, ну что он тут? Посмотрит на меня. И ему крышка. Если, конечно, блок поставит тройной. Потому что я-то буду сливать все, полностью все в атаку. Поехали. Все, раскололся. Ну вот, как-то таким вот образом, ребята. Отлично. Отлично выходит. Так, и что же получается у нас? А, мы еще не перейдем, да? Не перейдем, скорее всего, на следующую лигу. Хотя, нет, не перейдем. Но 10-я позиция, то есть шанс великий. Итак, что нам? Ну, давай, налево. $200 были близко, там пролетели, но мы их не получили. Так, выходит Велоцираптор, выходит Анкилозавр. И со всем этим пойдет у нас... Ну давай ты прокручивайся, а. Вон, Скалозавра хочу взять. Возьмем Скалозавра, смотрим, что нам на подборе идет. Агаца, ну, о-хо-хо-хо, подожди секундочку. У него летун. И у него... Ну, летуна уже нету, все, летун уже отлетался. Пахицефалозавр, я думаю, тоже здесь ничего не сделает. Ну что, поменяется сейчас на Нундазуха, да? Или как? А Пастазух, по-моему. Да, Пастазух. Ну, 116 к атаке, ну и чё? Ну, на тебе. Все, отдупляешься сразу же. И вернулись мы, опять же, к Пахицефалозавру, который... Тоже погибнет. Тоже погибнет смертью храбрых. Да, велоцираптор — это сила. Тут уж не поспоришь. Если ты бьешь, так бей все или блокируй все. Я не знаю, к чему ты это сделал. На, допрыгался. Слушай, мы должны перейти с собой в новую лигу. В новую лигу должны просто залететь. С распростертыми объятиями. Нас должны там очень тепло встретить. Ну-ка, да, мы в охотниках. Мы, друзья мои, в охотниках. Колесо удачи охотников и фартовое хоть оно. Да. Фартове, блин, некуда, я тебе скажу. Просто некуда. Поехали. Ну все, тут уже начинается серьезная битва. Элитная, так скажу тебе. Ютиранус, Эниозавр и... И кого взять? Ну, летуна давай возьмем, наверное. Эдио Морфодона. Смотрим. Против нас сейчас уже пойдут гибриды, наверное, какие-нибудь, да? Скорее всего. Нундазух, ой-ой-ой, Нундазух. И Диплодок там. Блин, Нундазух, конечно, не очень хорошо, что он пойдет первым. Против Ютирануса это, конечно, не айс. Поэтому меняем. Вот так. Даже если он поставит Диплодока, ему крышка. Ну ты понимаешь, да, почему ему крышка? Смотри. Защита. А, он даже защиту не поставил. Не соизволил поставить защиту. Тогда извиняй. Тогда извиняй. Вы там, я смотрю, хорошо в баре сидите, да? Хе-хе, такие довольные. Ну что, ГАЦ, 61 атака. Влепляем по полной программе. Все, щепки ГАЦ. Ну и опять же возвращаемся с Нундазухом. А битву.
Я даже церемониться не буду, ребят. Я все буду сливать именно в атаку. О! Что он там сделал? Я не знаю, что он там сделал. Ему ничего не поможет. В защиту. Думал, в защиту, да? Думает, я поставлю там три атаки и поставлю, например, бонусное очко. Нет, никаких бонусных очков. Чистый урон. Да, тут уже мы с тобой продвигаемся медленно. Итак. Ну, что я могу заслужить? Вот, ребята, только хавчик и ДНК. Хавчик и ДНК, все, больше мне ничего не дают. Как меня вот эта их несправедливость бесит. Давай так, так. Ну, давай вот так вот. Тут одни бриллианты пошли уже. Ну, давай, что-то там. Что-то вообще, ребят, это что такое? Это кого дали? Это как он таким вот составом мог дойти до охотников? Объясни мне. Что за бред? Смех. На. Как он так... Я не знаю, ребят. Может быть, просто это у него остатки остались, и он сюда поставил в команду. Но таким составом прошел смех. Это нереально. Так, секундочку. Ага. Клюнул, гаденыш, да? Клюнул. На тебе. Пошиячину. Тыч. Ну и Ютараптор, естественно, тоже сейчас отдуплится. Ютараптор, даже не смотри на нас, потому что сейчас ты будешь валяться где-то там в углу. За мусорным бачком. Сейчас я тебя угощу своим хвостом. Щелк, щелк, отлично. Блин, мне даже жалко, ребята, что я беру вот таких вот элитных с собой динозавров, а отыгрываю все одним. Вот в чем обидно-то. Трындец. Я бы мог бы так бы взять одного динозавра ну, сильного, и там, например, двух слабеньких. И у меня бы выходило бы намного больше боев. Соответственно, я бы мог бы выше продвигаться. Надо, кстати, это вот, знаешь, как в черепашках, помнишь? Мы с тобой берем одного топа и двух, например, там, трех слабеньких. Нет, вот, смотри, там загадки, хератки. Мне дают именно, нате вам, 15 тысяч монеточек. Выкусите. Жматеры, я тебе скажу, они просто жматеры. Ну чё, тут в любом случае, друзья, последние поединки. Вот, сейчас. Ну чё ты не берёшься-то? Все, остается у нас птеродактиль плюс Таникалагриус. Таникалагриус. И кого-нибудь там из слабеньких возьму, все. И на этом сворачиваем удочки. Нет, что происходит? Я не могу. Какой картоз... Что такое? Что это тут подсовывает? Я точно в охотниках в лиге играю? А? Зачем я брал тогда вот это все? Интересно. Девки пляшут. Очень интересно. Так, стегозавр. Я тут одним все распетрушу, просто одним. Что происходит? Почему такие слабые противники? Ума не приложу. Меня это пугает. Меня пугает неизвестность. Да. Понятное дело, да, что стегозавр одобряет карнотавр. Блин, у карнотавра вообще передние лапки такие маленькие. Ё-моё. Просто я не знаю, для чего они им нужны. Так, для красоты, что ли? Он даже если упал... Прикинь, он когда упал. Как он поднимается, а? Вот он упал на бок. Как он поднять сможет? Вот этими лапками даже не отожмется от земли, чтобы как-то себя выровнять, чтобы... Трэш. Даже у этого тираннозавра, это хоть... Ну, тоже маленький, но не настолько, как у этого. Да... Так, ну что же, ладно. 59-я позиция. Слушай, ребят, я, наверное, сейчас возьму слабенького какого-нибудь. Одного сильного там и... Давай доллары. Хрен тебе, там диношоу рядом пролетало. Сейчас я попробую сделать тогда так. Беру птеродактиля. Одного птеродактиля беру. И переключаюсь.
И переключаюсь. Давай ты, господи, что ты как зануда-то. Как тяжело, ребята, как тяжело двигается вот эта вот фигня. Ты посмотри. Берем тогда с тобой стегу. Это первый, кто попался мне. И гуанлунь. Все, вперед. Вперед, как говорится, из песни. И я сейчас очень буду сильно удивлен, если против меня поставят каких-нибудь топовых. Нет. Параузоролов. Потом кто там еще? Алазавр. В общем, опять же детский сад. Сразу бомбим. Сразу же. Бумс. Паразауролов выходит. Тоже сейчас получает и улетает. Да не все тут отгребают по полной программе. Чего ж тут греха таить, да? Еще фотку-то выставил свадебную какую-то. Так, поехали. Ты копишь вот эти вот очки действий для кого? Для Гуанлунь? Неужели ты не видишь, что здесь тебе уже, ну, просто ничего не поможет? Ладно, давай. Сливай. Даже сливать не стал. Это что такое? Да. Что-то у меня такое ощущение, что я не в лиге охотников, а в лиге добытчиков. Вот серьезно тебе говорю. Судя по тому, какие здесь против меня противники, и судя по тому, как они играют, что-то как-то больно легко. Лучше 10%, прикинь? 10%. Так, что нам тут? Понятно. Другого-то ничего не дадут. Ну и то же самое. Берем с тобой одного вот этого. И долго и усердно мы с тобой. Чего? Давай крутим. Трэш. Вот трэш, ребята. Даже надо, почему так глючит? Именно на рулетке, ребята, такой глюк. Так, ну что, аргентинозавр у нас тут есть. Давай еще прокрутим. О, бесплатно, нам нужно с тобой 3 ускорения, по-моему, сделать, да? И все, а вот здесь уже почему-то проще, вот здесь вот уже. Когда вот доходишь до слабых, намного все проще идет. Вон, прям летит. Не знаю, почему именно так происходит все. Ну, давай вот так вот сделаем. Смотрим, смотрим, кто у нас тут будет по соперникам. Ну, мне... Не знаю, друзья, это... Ну, сам понимаешь, что это мясо. Это для нас, это просто мясо. Все, тут одного за другим уничтожаем. На! Гацу то же самое. Сейчас он даже и пикнуть тут не успеет. Ну, естественно, щелкнем, и он готов будет. Но... Так, заерзал. Но ведь согласись, что тут бесполезно тебе драться. Ну, ты сделаешь 2 атаки. Ну, 150, там, 144 отнимешь. Ну, сейчас же тебе удар. Просто удар. На. Удар, 344. Понимаешь? Тут вообще, ребят, я молчу. 516 удар. У него... Ему нужно 4 здоровья таких иметь. 4 жизни, чтобы выдержать один удар. Ну, понятно все. Пока. Все, ребят. Я бы с удовольствием бы еще поиграл бы, но, к сожалению, у меня нету просто динозавров, которыми можно было бы поиграть. Согласись. Если бы я знал, что вот так вот будет все на изи, я бы брал бы тебе, еще раз повторяю, одного сильного и 2 слабых. И, возможно, мы бы даже перешли с тобой на следующую лигу. Ну, понятно, короче. Все вокруг да около, да? А саму суть не дают. Код 19, да и не ты он. Бомби сам. Так, ну здесь мы с тобой 3 ускорения делали. А, моды. Ну, давай захавчик. Давай, Чарли, что-нибудь подкинь нам такого.
чудесного. Берсерк. Повышает показатель атаки на 40%, снижает УЗ на 25%. Окей. Забираем. И используйте в сражении. Это у нас в Кайнезойской. Ну что, побежали в Кайнезойку? Что, опять? Кайнезойку. Завтра или когда, ребята? Послезавтра выходит Стражи Галактики, да? Я ее приобрел, так что как только появляется, ребят, сразу заходим. Но опять же будет транслироваться она на нашем втором канале. Будем совмещать, получается, тогда Far Cry 6 и Стражи Галактики. Так, что я хотел... А, в Кайнезойскую. В Кайнезойскую эру. Это у нас ПВП. Делаем так, вызов и поехали. Раз. Слушай, дай-ка я немножко не так сделаю. Я сделаю, наверное, вот так и вот так. Потому что постоянно, как я только беру этого травянистого, блин, сразу против меня какую-нибудь мощнявого выставляют. Хочу поменять немножко, чтобы сразу начать атаку мамонтом. Ну, в принципе, блин. У него уже гибрид. Но... гибрид такой слабенький. Ладно, бомбанем. А, он первый ходит. Будет менять, скорее всего, да? Он будет менять. Блин, а у него тот последний гибрид 15 уровня. Хо-хоу. Ну что, попробуем пропечатать. Неплохенько так пропечатали. Что же он будет делать? Менять. Менять он будет, наверное. Нет. Он менять не будет, ребята. Он бонусы. Бонусы куда-то клепает. Неужели на этого хлыща? На Элосматерия? Вряд ли. Элосматерий. Опа. Опачки. Погнали. А вот так вот я сделаю. Он уже понял, в чем дело. Он уже понял. Так же, как и я его раскусил. Думает, один такой умный, да? Он думает, один такой умный. Раскройся, гаденыш. Есть, раскрылся. Так, друзья мои, он раскрылся. Он, по-моему, все сливал, да? Раз, два. Поехали. В щепки его. Энталоракус. Энталоракус. Тебе лучше атаковать, парень. Неудачно. Неудачно, тебе крышка. Пока. Да-да-да-да-да-да. Поджарили курочку, да? До хрустящей корочки. Ну все-все-все, красавчик, красавчик, красавчик. Победил. Ну, получается, ежедневки выполнены все, да? Приз любителя. Вот на деньги, на ДНК везет. А на... вон, взять вон. Легенды ледника. Набор. Вот это было бы круто. Давай еще разочек крутанем. Может, на этот раз нам повезет. Ну ладно, пускай будет 80 очков доверия хотя бы. Шиш с ними. Ну, а мы забираем с тобой награды за ежедневочку. Открыть. Открываем. Еда, еда. 35 долларов и флаг мир юрского периода. Вот и все. Плюс 95 очков доверий.
Ну, мне понравилось, как мы сегодня поиграли на арене. Ребята, как ни странно, но очень круто. Я даже не ожидал, что вот так вот пойдет. Меня даже немножко смутило, почему такие слабенькие персонажи против меня были. Не знаю. Может быть, потому что только самое начало. Такое тоже может быть. В черепашках ниндзя мы тоже с тобой начинаем, да? Быстро-быстро, а потом все сложнее, сложнее и сложнее. С деньгами. Большущая, ребята, проблема с деньгами. Их катастрофически не хватает, просто-напросто. Каждый поединок, ну ты понимаешь, да, там? О, бесплатно. Да, что у вас там бесплатно? $5. Они мне каши не сварят. Так что, друзья мои, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!